सागरीखोर को पार करके चिक्सोली, चिक्सोली के बाद दानगढ़, मानगढ़, मिलासगढ़, मोरकुठी, वहीं पर आप सबको कलेवा प्रसाद दिया जाएगा, सुबह का प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद श्री जी मंदिर उधर बैठ के कीर्तन या प्रवचन करने नहीं देते, उसके नीचे हम लोग आके हर साल जैसे अच्छे करेंगे। जाने पर ब्राह्मण लोग उधर के तरफ धूप दीप लेके आ जाते हैं, पैसा उधर किसी को कोई नहीं देना है, और हमारे पंडा जी हम लोग देंगे, हम लोग लेकर के फिर पंडा को देंगे, और बिना पंडा से दर्शन इतना आसान भी नहीं है। फिर उधर होकर हम चले जाएंगे ऊंचा गाँव, पीली पोखर ऊंचा गाँव, फिर हम लोग जाएंगे संकेत एवं प्रेम सरोवर होके मठ में आके प्रसाद पाएंगे। और हम लोग को इधर रहते सुंदर रूप में सब परिक्रमा सुसंपन्न हुआ, इसलिए शाम को सब लोग गोवर्धन पांडा के लिए कुछ कुछ देंगे, हम लोग शाम को लेंगे सबके लिए। हरे कृष्णा, नाम से धर्म, हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधां मरबिंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममन्यास्ति गतिर्नस्वाति प्रमदमदनलीला कंदरी कंदरति रचयति नवजोन द्वंद्वमस्मिन् मन्दम् एतत्तिलकलनार्थलग्नकस्त्वयर्मि निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वाम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज तलेटी को दर्शन करते करते под руководством Шри Гуру Вайшнавов мы продолжаем совершать Ранджамандала Парикрама. Место, куда мы пришли, называется Ратнаведи, который находится у подножия Гирираджа Говардхана. Кришна в пещерах Гирираджа Говардхана, в его беседках, совершает сладостные игры Шингара Расы. Кришна совершает разнообразные игры на склонах Гирираджа Говардхана, поэтому Гирирадж Махарадж, он известен как Харидаса Варья, самый высочайший из всех слуг Шри Хари. Поэтому мы можем видеть, все мухупуруши, они принимали прибежище лотосный стоп Гирираджа Говардхана. Шинадариши также приходил. Он слышал Аштака Лилу от Шиваджи. И когда он услышал разнообразные деяния Кришны, у него возникло большое желание, большая жажда, лобха. Я также хочу обрести даршан Шри Кришны. Он спросил у Шанкара, каким же образом я могу принять прибежище и лицезреть прекрасной лилы Господа во Вриндаване. Тогда он ответил, йога майя, Вринда Деви является хозяйкой Вриндавана, и при помощи ее ты сможешь реализовать свое внутреннее желание сердца. Без бхакти Деви, йога майя Деви, невозможно прикоснуться
список особым лилам Кришны, а в особенности Шингара Раса, сокровенным играм Радхи и Кришны, которые совершают Вриндадеви. Вриндадеви устраивает все абсолютным образом, и она служит Никунджа Лиле Радхи Кришне. Тогда Нарада Риши пришел к Вриндадеви, и она сказала: имеется лишь только единственный путь. Если ты примешь прибежище лотосных стоп Гириджа Говардхана, лишь только тогда ты сможешь войти в реальность трансцендентного блаженства. И тогда Нарада Риши пришел, склонил свою голову у лотосных стоп Гириджа Говардхана и совершал большие аскезы. Для того, чтобы войти в Шингара Раса, в эти особые сокровенные икры Господа, когда Каяду, она была атакована этими полубогами, которые боялись, что в ее лоне находится такой же демон, как Хираньякашипу, и поэтому они хотели убить ее, и она нашла приют. А приют Нарада Риши, и она жила в его ашраме, и в течение долгого времени она слушала Харикатху, сладчайшие лилы Господа. А Шри Прахлада Махарадж, находясь в лоне своей мамы Каяду, он слышал эту Харикатху от Шри Нарада Риши, который рассказывал это, опираясь на Священное Писание. И эти все прекрасные учения, которые даются в Шримад Бхагаватам, даже те, которые обладают. И поэтому все, что далее проповедовал Шрила Прахлада Махарадж, он всему этому обучился у Шри Нарада Риши, когда он рассказывал и давал наставления своим школьным друзьям. И то же самое, то, что он проповедовал. Точно так же, как учителя этого материального мира, которые просто зарабатывают деньги для того, чтобы обучать. Подобно тому, как мы должны жить в материальном мире. Но Шрила Прахлада Махарадж, он давал трансцендентные, вечные знания, которые обоготворяют нашу душу, которые даруют нам возможность выбраться из колеса рождения и смертей. И эти трансцендентные знания он обрел по милости Шри Нарада Риши. Шри Рупа, Шри Санатана Госвами, наши шестеро Госвами, они приходили к Гирираджа Говардхану и молили его, чтобы он пролил свою милость, и чтобы те божественные следы, отпечатки лотосных стоп Шримати Радхарани и Кришны, которым украшен Гирирадж Говардхан, даровали нам особую милость. Волшебные, совершенно мистические мелодия флейты, как можно ее прославить, как можно объяснить сладость этой флейты, которая покоится у лотосных губ Кришны. Даже Чандра Луна, она совершенно застыла в изумлении, когда она слышала мелодию флейты во время раса танца. И она не могла больше двигаться, и в течение ночи, одной ночи Брахмы, она находилась в неподвижности. Точно так же, когда даже вода, она меняет свою природу, течение меняет свое направление, когда слышит восхитительную мелодию флейты. И также Гирираджа Говардхан, он украшен лотосными прикосновениями стоп Радхи и Кришны и в Раджа Гопи. Это место называется Ратнаведия. Ратнакунда также находится поблизости.
Из этой кунды Раджа Гопи они извлекали прекрасный, на дне которой хранились драгоценности. И эти драгоценные камни они извлекали и вплетали их в гирлянду, чтобы украсить Кришну. Это на самом деле трансцендентная, необыкновенная земля. Она прославляется. Сам Брахма, Брахма Самхити, прославляет трансцендентный Вриндаван. Это трансцендентная реальность, все деревья, в которой на самом деле являются калпавриксой. Когда во время Дипавали гопи делают гирлянды и вплетают в него эти жемчужины, однажды Кришна пришел и попросил: «Я хочу также украсить своих коров, телят этими жемчужинами. Я хотел бы украсить их очень красиво и нарядно». И тогда в Раджа Гопи сказали: эти жемчужины используют для украшения, например, очень для того, чтобы нарядно украсить принца или принцессу. А ты просишь ее для того, чтобы украсить коров? Он говорит: «Ну я же прошу вас всего лишь несколько жемчужин для своих любимых коров. А вы вместо хороших, прекрасных жемчужин даете какие-то сломанные кусочки жемчужины. Хорошо, я...» Он пришел домой. Кришна пришел и украл в ларце у мамы, украл несколько жемчужин. Он пришел сюда, и он, подобно как семя, мы сажаем в землю, он также посадил эти жемчужины в землю. И все в Раджа-гопи они начали подшучивать и смеяться: «Кришна, каким образом ты хочешь вырастить эти жемчужины? Они пришли из океана, из раковины, как они могут прорасти в земле?» Но Кришна Бхагаван, он может сделать невозможное возможное, а возможное невозможно в одну тысячную секунды. И в действительности жемчужины стали прорастать, и дерево выросло. И имеются 8 различных видов жемчужин. И также вначале на этом дереве появились цветы, которые также настолько благоухали. И также на этом дереве появились вот эти жемчужины. И тогда в Раджа Гопи подумали: Кришна, он вырастил жемчужное дерево. И они подумали: что же нам теперь делать? Мы тоже хотим вырастить такое же дерево. Деревья такие же. И гопи... И Кришна, они заметили, что Кришна поливал это деревце молоком, и они решили: хорошо, Кришна, мы даже не молоко, мы будем его даже этим ги будем поливать. Но из-за того, что они обидели Кришну, с пренебрежением отнеслись к нему, мало того, что когда они посадили жемчужины в землю, вместо жемчужного дерева выросло какое-то колючее растение, какой-то кустарник. И тогда в Раджа Гопи подумали: мы похитили, собрали эти жемчужины повсюду и посадили их в землю. А что же выросло? Выросли колючие деревья. Мы так ухаживали и были уверены, что вырастут жемчужины. И что же в конце концов мы обрели?
Наши мужья теперь очень разгливаются на нас, потому что они увидели, что ну, как бы мы все эти жемчужины, это драгоценности, все это вынесли из дома. И затем они пошли к Кришне и начали просить его: «Кришна, пожалуйста, дай нам жемчужины, чтобы мы могли вернуть их в свои дома». И все. Но для того, чтобы попросить Кришну, все не решались. Одна в Раджа-гопи, другой говорила: «Ты должна пойти», а та говорила: «Нет, ты должна пойти». В конце концов, они собрались. И теперь вы можете здесь также видеть деревья, которые даруют различные виды фруктов. А сейчас так иногда желтые, иногда красные фрукты. И точно так же эти жемчужины, которые вырастил Кришна, они были различного цвета. Как Кави Карнапур, он объясняет, что на Гирираджи Гавардхане вы можете найти деревья, на которых растут различные цветы, изумительных оттенков и красок. И также очень много различных листьев, которые также по своей форме и по своему цвету выглядят удивительно. Это место, которое мы посетили и находимся здесь, Ратнаведе, где Радха и Кришна, они сидят на симхасане, а в Раджа-гопи украшают их необыкновенно прекрасным образом. Когда Кришна держал Гирирадж Говардхан в течение 7 дней на левой руке, на левом мизинце левой руки, ему было всего лишь 7 лет 2 месяца, и он поднял Гирирадж Говардхан, этот огромнейшую гору. И он держал ее подобному тому, как слон он держит в своем хоботе лотос. Очень легко поднял Гирирадж Говардхан. Эти места связаны с этой удивительной лилой. Кришна, он был настолько знаменит после этой лилы, когда он поднял Гирирадж Говардхан. Как возможно, такой маленький мальчик мог совершить такое чудо? И Кишориджи, они пошли к Пурнамаси Деви и попросили ее. Мы слышали, что ты можешь нам помочь. И по милости Пурнамаси они просили ее: «О Пурнамаси Деви, Кришна, он настолько...» Вриндаванешвари, кто является царевной Вриндавана? И во Вриндаване никто не говорит Кришна. Все повторяют: «Рады, рады», прославляя ее. Я являюсь Вриндаванешвари, Шримати Радхарани говорит о Пурнамасе. Почему же Кришна сейчас настолько известен? Она, Пурнамаси, сказала: «Ты Вриндаванешвари, ты всегда являешься обителью любви». Кришна настолько... И Шримати Радхарани, она пришла вот сюда. Она была необыкновенно красиво украшена драгоценными каменями. Она сидела на этой ратной симхасане. И в Раджа-гопи они омахивали ее, держали зонтик над ней. А затем, когда состоялась эта удивительная пуджа Шримати Радхарани, для того, чтобы прославить ее во Вриндаване,
никто не мог на самом деле связать Шри Бхагавана, но с помощью любви в Раджа-гопи они связали Кришну, арестовали его и привели его. Он находился с друзьями, он находился перед Шримати Радхарани, и после они все-таки усадили Кришну рядом с Шримати Радхарани. Здесь Кришна держит зонтик над головой Шримати Радхарани и совершает абишек в честь ее славы и прославляет Шримати Радхарани. Кто является на самом деле царевной Вриндавана? Не я являюсь принцем Вриндавана, а сама Шримати Радхарани. Поэтому, когда вы приходите во Враж, в каждой деревне во Враджи все прославляют, обращаясь, рады-рады. Они не говорят «Кришна, Кришна». Шримати Радхарани является госпожою Вриндавана. Почему? Почему? Потому что, когда мы прославляем Шримати Радхарани, счастье Кришны увеличивается, потому что Кришна полностью предался лотосостопам Шримати Радхарани. И поэтому те, кто принимает приют лотосостоп Шримати Радхарани, они очень легко могут обрести служение Кришне. И здесь также есть место Шьяматала. Когда в Раджа-гопи, также это место, когда они играли в прятки, иногда Кришна выигрывала, иногда гопи выигрывали. Она, Шримати Радхарани, закрыла глаза, а Кришна, он вышел из этой кунды, Шьяматала, и Пурнамаси, она настолько прекрасно украсила кунджу рядом с этим озером. Зеленый цвет, золотой цвет, все цвета радуги присутствовали. Она была настолько нарядно украшена. В этом материальном мире даже невозможно представить, какие краски существуют в трансцендентном мире. Там маловые деревья, кадамбовые, различные очень прекрасные ароматные нектарные цветы распустились, и они источали аромат, и все это было настолько прекрасно украшено, когда Шримати Радхарани находится в беседке, и иногда цвет ее сари и также цвет цветов, которые присутствуют в кунже, они смешиваются, и иногда даже очень трудно различить, где же Шримати Радхарани, а где Кришна. Это настолько удивительная сцена. Кришна пришел в кунжу, и также это озеро, которое находилось рядом. Он вышел, и Шримати Радхарани, она продолжала искать, игра в прятки продолжалась. Она начала искать его в кунже, но не смогла найти. А затем Кришна, он на самом деле отправился к озеру и спрятался там. Шримати Радхарани не могла его найти, потому что все настолько гармонировало, что Кришна, он иногда сливался с голубыми лотосами, и невозможно было найти его. А иногда Шримати Радхарани пряталась за золотыми лотосами, также ее невозможно было обнаружить. Эта игра в прятки была настолько удивительна. Когда тот, кто ищет, он закрывает глаза, и все остальные прячутся. А в чем заключается обязанность ее подруг в этот момент, когда они играют? Какие же обязанности гопи? Единственный объект их служения — позволить Шримати Радхарани и Кришне насладиться удивительными играми и встретиться. Когда Кришна, он всегда хитрил, и он, когда закрывал глаза руками, он так немножко раздвигал пальцы, и он мог все видеть. Он притворялся, что он закрывает глаза. Радхарани
वो सारे चिन्ह ये मंजरी और गोपियों के अंदर में अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए जो आनंद प्राप्त होता है श्री राधा रानी को, वो सारे आनंद प्राप्त होता है ये गोपियों को, मंजरियों को सारे आनंद प्राप्त होता है, बल्कि И то, что Шримати Радхарани в этот момент испытывает, то наслаждение и счастье, которое она обретает от встречи с Кришной, это аштасатвика викары, те трансформации, которые происходят в ее божественном теле, они отображаются в сердцах ее доверенных служанок, и они также ощущают особое блаженство, когда Радха с Кришной встречается. Лалита Вишака и другие в Раджа-гопи, они не имеют такой возможности участвовать в сокровенных играх Радхи и Кришны, но доверенные служанки Шримати Радхарани, они настолько искусны в своем служении. Кто же они? Это Шишимад Бхактивета Шиланарайна Госвами Махарадж, сама Рамана Маджари, которая также служит Радхи и Кришне. И также, когда они все вместе собираются и совершают служение, то от каждой из них также исходит особое настроение любви, которое окутывает также всех остальных своих подруг. И все это происходит в это мгновение, когда они служат, они испытывают те же самые настроения сердца Шримати Радхарани, которое она чувствует в этот момент. И когда Кришна вот так он не закрывает свои глаза и все время пытается увидеть, куда же Шримати Радхарани ушла. И он заметил, что Шримати Радхарани вошла в золотую беседку, в кунджу. Но он вошел за ней, побежал, но не мог найти ее. Кришна пытался, он знал, что она пришла в эту кунджу, но он был не в состоянии найти. Манджари также присутствовали, и они видели, как Кришна ищет Шримати Радхарани. Он идет, он вышел из кунджи в другую кунджу, и он пытается найти Шримати Радхарани, но это невозможно для него. Но когда он услышал, на самом деле, Шримати Радхарани, когда она двигается, ее ножные колокольчики издают определенный звон, и как бы указывая, где Шримати Радхарани. Он услышал этот звон и подумал, где же Шримати Радхарани, сейчас ее найду обязательно. Но он ее не в состоянии найти. И этот путь, по которому шла Шримати Радхарани, ее походка напоминала походку вот этого слона, который идет неторопливо покачиваясь. Знаете походку, как когда идет слон? Он идет очень грациозно, очень медленно. И точно так же походка Шримати Радхарани напоминала точно так же походку слона. И когда Кришна, продолжая искать Шримати Радхарани, наконец-то он нашел ее в беседке, и эта встреча произошла. И также здесь совершались игры, когда Кришна и Враджа-гопи бросались красками, и также различные игры в воде. А даже Шримати Радхарани приготовила что-то очень вкусное для Кришны. А Шри Кришна, что он сделал? Он в действительности... Здесь сравнивается ум Шримати Радхарани сравнивается с рыбой, а Кришна, он пытается поймать эту рыбу. Он обращается к Шримати Радхарани. Не беспокойся, даже если мы с тобой сейчас расстанемся, не переживай, мы с тобой встретимся на Сурья-кунде. И Шримати Радхарани под предлогом поклонения Богу Солнца, Сурьи, отправляется на Сурья-кунду, а Кришна оставляет своих друзей, пастушков, и также отправляется на Сурья-кунду, где происходит Мадьяна-лила. Здесь также очень много цветов, чемпак-флауэр, который
такой же, он белые лепесточки и также с золотым оттенком, который напоминает цвет тела Шримати Радхарани. Они очень нектарные. И также различные и также Шридхар Махарадж объясняет также, как этот Чемпак Флауэр, который украшает Кришну, когда Шримати Радхарани делает ему гирлянды из этих очень нежных, хрупких и ароматных цветов. И она несет эту гирлянду для того, чтобы предложить его Кришне, когда они встретятся на Сурья-Кунде. И также, друзья Кришны, они также приходили сюда, и Кришна раздавал ладу, сладкие шарики своим друзьям, когда они принимали прасад в этом месте у подножия Гирираджа Гавардхана. Шрила Бхактивинода Тхакур в этом киртане объясняет, что Шримати Радхарани, она делает манухар ладу, очень необыкновенные сладкие шарики. Вы знаете, иногда после прасада нам предлагают сладкое. Точно так же, когда Кришна почитает то, что приготовила Шримати Радхарани, в конце он принимает сладкие ладу. Шримати Радхарани настолько искусно делает особые эти сладкие шарики. Тело Шримати Радхарани настолько мягкое, нежное. Даже эти лунные лучи, которые обычно охлаждают, даруют жар телу Шримати Радхарани. А Шримати Радхарани, она готовит для Кришны, когда очень много различных когда очень жарко. И она сидит в центре, и там очень много печей специальных очагов, на которых она приготавливает одновременно очень много приготовления. Когда эти шарики Шримати Радхарани готовит, это является, как, ну, вы знаете, брахманы, они любят сладости, особенно Мутхумангал. Он приносит ладу, которую приготовила Шримати Радхарани. Вы знаете, один цветок растения, он тоже выглядит как ладу. Каким образом у него оказываются все ладу? Он берет, срывает эти цветочки и похищает ладу у Кришны из сумки и ложит эти все цветочки. И эти цветочки, которые напоминают ладу. И когда обнаруживается эта пропажа, все начинают искать и догадываться, что Мутхумангал, он является обладателем всех ладу. И затем, когда они забирают у него, он кричит: «Я браман, я вас прокляну». Но все смеются, хлопают в ладоши, никто не слушает Мутхумангала. Здесь также состоялась удивительная игра. Шримати Радхарани, являясь принцессой, Лалита, Вишака, они были ее представительниц. А Кришне и его друзьям достались такие роли, как уборщиков и какой-то такой департмент, который обычно достается самым падшим. И Кришна, он жалуется: «Опять вы все роли раздали, а мне ничего не досталось. Нам, как всегда, остается самое то, что никому не нужно». Кришна его, и также его друзья, когда собираются в Шримати Радхарани и в Раджа-гопи, они украдко похищают флейту Кришны и прячут ее в косу Лалиты Саки. А когда друзья приходят и говорят Шримати Радхарани: «Ты являешься принцессой, ты должна через полицейский департмент разузнать, что случилось, кто украл флейту Кришны».
И потом кто-то сказал, Лалита саки украла. Лалита отвечает, да, зачем мне этот вообще нужен кусочек, эта палочка бамбуковая, кому она нужна? Я совсем не заинтересована в этой бамбуковой палочке, чтобы ее похищать. Но Лалита, она знает, что вамши, вену, и когда она говорит эти слова неожиданно, эта флейта выпадает. Выпадает и все, и Лалита в этот момент, она обвиняется в краже этой флейты, и начинается расследование. И это расследование ведет от начала до конца, как это происходит, почему это произошло. Таким образом, Кришна совершает сладчайшие деяния в этом месте со своими друзьями и гопи. И под руководством Шри Гуру и Вайшнава мы пришли сюда, у подножия Гирираджа Говардхана, который исполняет желание. И мы, наше единственное желание под руководством Шри Рупа Госвами, под руководством Шрила Гурудева, мы молимся из глубины своего сердца, чтобы обрести служение Шримати Радхарани в качестве ее доверенной служанки. Поэтому мы молимся снова и снова лотосным стопам Шри Гирираджа Говардхана, пожалуйста, исполни наше сокровенное желание, даруй нам Манджарию Пхаву, потому что Чайтанья Махапрабху снизошел в материальный мир для того, чтобы даровать это бесценное сокровище. И это происходит всего лишь один раз в день Брахмы. Мы настолько удачливы, что мы смогли прийти в линию Чайтанья Махапрабху, в линию Шри Рупы Госвами. Следующее место, куда мы пойдем, называется Гавра-Пок. Когда Кришна идет по стекору, все гопы, все коровы испытывают жажду. Они хотят пить воду. И не только коровы, и друзья, пастушки, и Кришна, также все испытывают жажду. Кришна начинает звать «Нири, Нири», что означает, что это, он говорит, идите на берег озера, «чу-чу» означает «пейте воду». И когда коровы насыщаются, пьют воду, Кришна говорит «тири-тири», что означает «не идите на середину озера, пейте на берегу». И затем, к сожалению, у нас нет времени, то есть не то, что нет, то есть у нас нет возможности сесть там, а просто мы примем там ачаман, затем пойдем Килалкунду, а после Килалкунды мы вернемся.